Говорят, для того, чтобы что-то круто изменить в своей жизни, нужно поменять хотя бы что-то. Окружение, работу, место, где ты живешь. А некоторые говорят о том, что лучше бы изменить сразу все. И то, и другое, и третье. То есть переехать в какой-то совершенно другой город, поменять вид деятельности и свое окружение. Кстати говоря, известный тренер Кандапас именно так и сделал в свое время. И очень преуспел. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что совершенно не всегда вот все делать так кардинально. Для того, чтобы изменения пришли в твою жизнь, достаточно иногда поменять свое пространство, где ты живешь. То есть не переезжать куда-то, да, а сделать перестановку в своем жилище, ремонт хотя бы какой-то незначительный, разобраться в кладовке, выбросить все ненужное, почистить контакты своей телефонной книги, почистить ящик имейла. И ты вдруг видишь, что после таких незначительных шагов в твою жизнь начинают приходить какие-то вещи, которые ты давно ждал. То есть освобождаешь пространство. Я давно это заметила. И у меня есть очень классный специалист в этом деле, доктор, Весту-доктор Катерина Сидорова. Она же ведический психолог и астролог. Вау, какая волна идет. Вы только посмотрите, какая мощь. Вау. Так вот. Вау, свет за ней огромная, вторая идет. Бог ты мой, как круто. Вы посмотрите. Вау. И разбивается в брызге. Слушайте, я смотреть могу на это до бесконечности. Так вот, я немножко отвлеклась. И я пригласила Катю поучаствовать в марафоне предновогоднем и посвятить целый вебинар пространству. Как можно гармонизировать пространство дома и на работе. Она поделится с нами своими знаниями и даст нам очень ценные советы и практики для того, чтобы мы могли управлять своей реальностью. Слушайте, ну, делюсь ссылкой на вебинар. Регистрируйтесь. Онлайн-участие в вебинарах абсолютно бесплатно. А если кто-то хочет, чтобы эти знания остались при нем на долгие годы, оплачивайте пакет онлайн плюс запись. И тогда вы можете пересматривать эти вебинары в любое удобное для вас время. Всем пока!